时候。60 вагонов, груз цемент для 9 грузополучателей. 5 вагонов мы уже для одного грузополучателя отцепили по станции Гусев. Сюда прибыло 55 вагонов. Европейцы говорят, что они сделали для того, чтобы мы не обходили санкции. Может мне кто-нибудь объяснить, каким образом ВОЗ из условного там, Брянска или Воронежа чего-либо в Калининград является обходом европейских санкций? Это просто бред. Нужно будет продолжать, скажем так, давить на европейцев.